Всем мурмя, мои звездочки, с вами снова я, Алексия, и вы на моем канале Алексия Official. И я сразу же извиняюсь за то, что меня не было в эти выходные, я в эти выходные не снимала никаких видео. Дело в том, что я в эти выходные была на сходке лайкеров в Питере. И там, конечно же, были мои звездочки. И вы мне надарили очень много подарков. Я благодарна каждому из вас, кто пришел. Всех очень сильно люблю. И еще мне подарили вот такие вот мяулки. Вот такие вот мяушки. Вот такие вот перчаточки в форме лапок кошечек. И вот такую вот миленькую кошечку мне подарила моя звездочка Тоня. Спасибо тебе огромное. Она такая миленькая. Я с ней теперь сплю. Я благодарна каждой моей звездочке, кто пришел. Я вас всех очень сильно люблю. Я была очень рада с вами пофоткаться, пообниматься. Спасибо, кто пришел. Вас там было очень много. Вы лучшие. Люблю. Ну, а сегодня у нас с вами очень горячая тема этого сезона. ЧСВ. Как СВЧ? Звучит как СВЧ. Ну, это так микроволновую печь называют. Ну, это совсем не то. Давайте разбираться, что же такое ЧСВ. Итак, ЧСВ это... чувство собственной важности. Ну, это люди, которым просто все равно на окружающих, и у них интересует только собственная персона. И они считают себя самыми лучшими и единственными на свете. Ну, я не такая, просто изобразила вам примерно. Итак, кто такие ЧСВ, мы с вами разобрались. И давайте теперь посмотрим, как они ведут себя в жизни. Итак, ситуация первая. Номер один. Итак, ситуация номер один. ЧСВ ни за что не будет делиться своей подругой парня, который ей нравится. Допустим, если ее подруга встречается с парнем, который ей нравится, то она всякими способами попытается его отобрать и нагадить своей подруге, чтобы этот парень ей достался только ей. Самые лучшие парни должны доставаться ей. Ну, по крайней мере, так считает она. Маш, слушай, я на свидание к парню собралась. Можешь мне дать несколько советов, а то ты считаешь меня? Ну, конечно. Кстати, к какому ты парню собралась идти? Стоп. Я же к нему собралась идти. Ну, как бы я пить не собралась. Конечно, могу тебе дать совет. Хочешь конфету? Да, конечно. Так что нам надо сделать? Значит, смотри. Приходишь к парню, идешь и делаешь так. Попробуй. Отлично, отлично. Иди, иди. Факт номер два. Ну, ситуация номер два, по сути. ЧСВ считает, что самые лучшие вещи должны принадлежать только ей. И если у какого-то человека есть вещи лучше, чем у нее, или такие же вещи, то, поверьте, им хана. ЧСВ привыкла получать все то, что она хочет. И если это она не получает, то не получает никто. Маша, смотри, я купила целую упаковку жвачек. Вау, а где ты купила? Да, вот там вот где-то.
красивенькая. Я пошла тоже куплю. Здравствуйте. А у вас есть тоже такие пачки жвачек? Ладно. Раз у меня нет, у нее тоже не будет. Какая красивая. Если ЧСВ надоели какие-то ее подруги или друзья, или кто-то из ее окружающих, то поверьте, она сделает все, чтобы от них избавиться и больше никогда их не видеть. Если у кого-то не такие классные вещи, как у нее, то она считает, что они нищеброды, и над ними можно потешаться, и над ними издеваться как хочешь. Здравствуйте, соседи, как жизнь, как сон, тут намечается легкий армагеддон, дымят тачки, гавкают собачки. Вообще-то, этим старьем уже никто не пользуется. Все умные люди пользуются AirPods'ами. Если ЧСВ скучно или у нее просто плохое настроение, то она просто сделает все, чтобы поржать над своими друзьями, даже над своими друзьями. Не просто над глупой шуткой, а над своими друзьями. Ты моя хорошая змейка. Пойдешь пугать сейчас Алексию. Как раз она сейчас сидит в своем телефоне. Андроидовском. Так меня уже задрала, такая маленькая, еще такая популярная. Вот так будет змейка. Она, кстати, настоящая. Я ей хочу подложить чипсы, она так испугается, заорет. Это будет просто шок. ЧСВ может задумать всю ситуацию так, чтобы вы даже не подумали о том, что она ЧСВ, а подумали, что она идеальна. Здравствуйте, соседи, как жизнь, как сон, тут намечается легкий армагеддон, дымят тачки. Если ЧСВ понадобится что-то или даже кто-то, то она сделает все, чтобы этот кто-то или что-то ей помог, и она его достанет из любого угла. Видео придумала, и только там нужны три девочки. Третья девочка? Нас же только двое. А, ну не проблема, сейчас найдем. Короче, либо ты сейчас идешь с нами, снимаешь видео, либо тебе хана. Хорошо. Такая пойдет. Ну, короче, вы поняли, что ЧСВ считает себя самой единственной на Земле, самой красивой богиней, и вокруг все нищеброды и лохи. Такое валево, что пахнет жареным. Дискотека, дискотека века. Ребята, короче, сегодня я вам показала несколько ситуаций, как ведут себя ЧСВ в жизни. И, может быть, даже кто-то из ваших знакомых является ЧСВ. Ну, может быть, даже кто-то из вас. Хотя нет, я уверена, что среди моих подписчиков нет таких. Ну, а хайп это все или рили, решать вам, мои хорошие. Всех очень сильно люблю. Всем пока, всем мурмяу, пока-пока, люблю!